Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Снова мы пришли в лес. Такая сегодня ветреная погода. Волны небольшие такие на речке. Ну, посмотрим, что в лесу есть. Может быть, что-то найдем полезное. Ну, конечно, полюбуемся вот такой вот уже осенней красотой леса. Дует ветер. Вот уже на осинке желтые листочки появляются. Ну и вот нашли такие вот грибочки подберезовики. И вот такой вот нашли подосиновик. Такой вот красивенький. Такой вот маленький. Совсем малютка. И вот такой вот еще грибочек. Ну вот на бережке еще какие. Один, второй. Там он такой красавец. Третий. Такие вот подосиновички. А вон там, смотрите, еще два в травке спрятались. Такие красивые грибочки. И вот два каких больших переросших подосиновика. Вот такой вот закат. Солнышко уже садится. Вот пошел грибной дождик. Мелкий-мелкий. Это рыбка плещется. Вот какой малюточка подосиновик. Набрали вот в ведерке грибочки. Ну, здесь тоже грибочки. Вот такой ветрище поднялся. Дует ветер. Очень сильный. И вот такой вот осинничек. Ну, в этом осинничке вот растут подосиновики. И вот каких два красавца подосиновика. Один вот такой вот. И второй немножко погрызанный. Такие вот замечательные грибочки. Вот у березки растут ложные опята. Это здесь ложные опятки. Вот такие вот они. Уже вроде бы пошли настоящие опяточки. Вот такие вот они ложные. У них нет вроде бы какой-то вот есть. Не помню, я уже давно собирали их. Мне кажется, здесь такой ободок у опят есть. И они такие серенькие, вот эти вот такие вот ложные. Вот каких два молоденьких боровичка. Такой вот один. Вот там вот второй такой растет. Боровички. И вот еще какой подосиновичек маленький совсем. Такой вот немножко кривенький.
Здесь еще такой малышонок. Вот еще один. Совсем-совсем малюсенький подосиновичек. И вот такой вот около хвоща. Либо это хвощ, наверное. Такая зеленая травка. И такой гриб. Ну вот таких вот набрали боровичков. Такие вот они, боровичочки. Ну, такие уже переросшие, конечно, но на заморозку, в общем, на зимний суп. Просто замечательно будет. Или осенний, вот такой вот, такой крупненький, хорошенький, чистенький боровичок. Что-то замечательный. Здесь вот в тазике такие вот маленькие грибочки на маринование. Такие вот они тоже все малютки, в общем. Небольшенькие все грибочки. Подберезовики и подосиновики. Здесь немножко свинухов, такие они грязненькие. Вот здесь уже все большое такое вот. В общем, это только одно отваривание и заморозку. Ну и потом можно их жарить или, ну, также в супы добавлять. Там такие вот грибочки есть, тоже такие вот большие уже. Красношляпы. Вот эти вот такие вот красавцы. Такие вот шляпочки красненькие. В общем, вот такие вот грибочки. Такие вот молоденькие, конечно, вообще просто замечательные боровички. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. И будьте счастливы. Всем самого-самого доброго.